Ой, ты посмотри, как носится, прыгает туда-сюда, запрыгнул, слез, запрыгнул, вот туда, повернулся, прыгнул, вот туда. Ты смотри, ну нравится ему, а ты говорила, что это бесполезная фигня, которую я построил. Посмотри, как он носится, как ненормальный. Не, ну я, конечно, была вообще не права. Вот эта штукенция игральная для кошаков, это самый топ для таких джунглевских бесявых котиков. Ну серьезно, им только и надо бегать. Вот именно, ты мне говорила, да, она ему не понравится, она ему не пригодится. Ты посмотри, как пригодилось. Сейчас заходи сюда внутрь. Зайди сюда внутрь. Давай быстро заходи, пока он не выбежал. Ну, вот, бегает, бошку в стенку засунул, запрыгнул вот сюда. Ты смотри, она даже тебе нравится. Ну а чё, нет? Ну мне-то нравится. Я всегда любила в детстве по деревьям лазать. Там я ж тоже кошка, я в год тигра родилась. Я тебе предлагаю сейчас выбраться вот туда быстро на улицу. Выходи, поезжай, чтобы здесь смотри, чтобы он не убежал. Давай быстро. Оп, оп. Что у нас там дальше по планам было? Чем мы сейчас должны заниматься с тобой? Так, значит, у меня есть к тебе одно предложение небольшое. Подойдите сюда, молодой человек. Подойдите вот сюда, вот, вот здесь. Вот остановочка, остановочка вот здесь. Филиппушка? А чё Филиппушка? Ты смотри, как ему удобно, уснул только что у нас на глазах. Да, Филиппушка, вот он, конечно, ему очень хорошо, но он просто бомж. Ну почему бомж? Ну у него же есть загон, ты смотри, крыша над головой, это самое главное, хотя бы дождь ему вот эту голову не мочит, ну. Это писец, он живет там, где холодно, где снежок. Почему вон эти михуилы живут в леднике в своем собственном, а писец на песке лежит, это вообще где видано такое? Ну бедняга, блин, мы его бросили тут. Да ты меня заколебал уже, Педро! Да чё он кричит-то вечно в каждой серии? Чё ему постоянно что-то не нравится? Слушай, ты, Педро, это как бы наша дочь, я могу свое согласие на ваш брак и забрать обратно, понял, да? Так что не рычи. Ты хочешь для Филиппа построить тоже какой-то прохладный домик, да? Чтобы вот этот писец не жил на песке, получается. Писец на песке не должен жить. Короче, предлагаю это вот где-то вот там вот организовать рядом с лисами. Пойдем покажу. А ты куда побежала-то? А, я тут. Вот вижу, ну. И что ты хочешь, чтобы... Ты сюда хочешь? К Николаю, к Лизавете, чтобы Филипп с ними жил? Так третий лишний всегда получается, Кать. Нет, Филипп не будет жить с этой полноценной парой. У него будет свои апартаменты и своя в будущем жена. Выходи сюда. Ну вот смотри, у Лиз своя комнатка здесь, да? А мы рядышком построим еще и для Филиппа. Только ледяную, там, со снежком, вот там, льдом все обукрасим, а? То есть ты хочешь, чтобы бывший парень Елизаветы жил рядом с нынешним парнем Елизаветы? То есть ты хочешь, чтобы они по соседству жили? Ну что-то мне кажется, это не самая лучшая твоя идея. Они помирятся, они будут же дружить с семьями, будут ходить друг к другу в гости, я тебе отвечаю. Ну подумаешь, ну не пара, ну не сложилось, ну с кем не бывает. Ну, с одной стороны, как бы да, но с другой, да, зато получается, у нас будет улица семьи лис. Тут у нас будут лисы жить, там у нас будут снежные лисы жить. В принципе, удобно. Зашел, сразу две семьи покормил, получается. Да, и перегородку между домами можно сделать какую-нибудь. Тогда смотри, что ты делаешь. Я, короче, сейчас иду за вот этими, за ресурсами, а ты бери свою лопату в зубы, и чтобы вот эту сейчас всю гору снесла к чертовой бабушке, и вот те бочки тоже, чтобы брала, хорошо? Так, для начала мне нужно лопата. Все, погнали. Так на мою лопату, я тебе одолжу. Вот, держи, я сегодня добрый. Нифига себе. Катюшка землерой. Землекоп. Ну, мудрить мы с тобой ничего не будем. Надо, чтобы у них дома были прям похожи. Поэтому я беру те же самые еловые доски, беру немножечко стекла. Вот так. А подожди, а внутри-то снег должен быть и лед? Там же типа должно быть холодно, да? Да-да, как у Михуила. Ага, как у Михуила-то. А у нас есть снег и лед? У нас как снега и леда нет. Надо сейчас за ним будет сгонять. Ладно, ты тогда давай за снегом и льдом, а я пока начну строить такой же дом, как у Елизаветы II и Николая. А, ну я тогда у Михуила одолжу. Ты... Нет, у Михуила свой лед и свой снег. Ты снежный биом сейчас сгоняла быстро с аркостанцию туда-обратно. Ну, это же мне надо шубу искать, там вот это новую делать, ботиночки там. Раз, два, три. Три блока в ширину. Значит, я делаю все правильно. У семьи лис и у семьи песов будет один и тот же подъезд. То есть, они будут заходить вот сюда. Только слева у нас будет находиться Елизавета и Николай. А справа у нас будет находиться Филипп. Ну и его будущая баба какая-то, которой пока что у него нет. Поэтому здесь нужно выкопать вот такую же огромную дырку, как вот там вот. И потом застроить это все таким огромным окном. Так, с этой стороны 4, с этой стороны 4, сверху и справа и так, я все принесла, вот снег, мы его ставим вот тут.
Здесь будет лед вот здесь, вот так. И вот на потолок, главное, чтобы с потолка стекало. И снежок вот здесь. Ты в курсе, что здесь, куда ты сейчас снег поставила, там стекло должно было быть, а не снег? Ну ты хотя бы спроси сначала, куда ты что ставишь? Так, а вот сейчас вот самое сложное. Надо повторить вот это же вот окно, которое там с этой стороны. Ну ты или помогаешь, или не помогаешь, ты определись уже, пожалуйста. Слушай, я на себе стак снега принесла и полстака этого плотного льда принесла. Иди тогда вот скапывай тут вот эти вот стенки, вот так, стенки вокруг скапывай, потому что нужно будет сделать по-другому как-то вот этот их подъезд. А я буду повторять вот это вот окно, но я пока что в душе не чаю, как оно должно выглядеть. Это какая-то сложная слишком конструкция, Кать. Пиндюль и... Ёперный кокос и пиндюльк. Так, все, окошко у нас готово. Осталось застроить его стеклянными вот этими панелями. Вот так вот. У тебя там как дела? Все хорошо, нет? У меня идут эти напольные покрытия. Вот, ага. Ламинат стелишь или что там делаешь? Снеголаминат. Ну слушай, все, просто два идентичных дома по соседству тогда у нас получается, Кать. Я так и хотела, чтобы такое дизайнерское решение было, да. Так, хорошо, только здесь, походу, надо будет стенку сделать, а то как-то не очень будет хорошо, если они будут всегда на друг друга смотреть, да? Согласна или нет? Ну, я думаю, да, их нужно как бы перегородить, это, ну, негоже, там у них свои дела есть семейные, ну, ты понимаешь. Да, все, вот так, тогда вы здесь живете, все остальные вот там будут жить. Так, а что ты делаешь, кстати? Стеночки снежно-ледяные, сейчас мне надо вот так застроиться, простроиться и вот тут добавить. Так, ну все, давай, иди тащи этого снежного бомжа сюда домой, будем его заселять, а мне кое-что подготовить надо. Вот с этого момента мы тебя сейчас заселим, Филипп, подожди секунду, мы тебя сейчас заселим в твой новый дом и все. Все, и больше у нас в городе, где поводки, не вижу ни одного поводка, и больше у нас в городе тогда получается ни одного бездомного вот этого животного не будет. Ну, на коричневую панду и на Педро вы не смотрите, но им просто нравится жить в лодке, это их как бы вот этот водяной дом. Все, Филиппушка, давай сюда за мной, Катюха сейчас тебе еще кое-что подготовит, и мы тебя туда заселяем. Отсюда проходи. Ой, ты посмотри, какая заботливая, вот это коврики под задницу, да, ему постелила? Вот сюда. Опа. Ну да, все же как бы, ну, снег на полу, ну, мало ли, вдруг замерзнет бедный. Ну все, так, у тебя есть вот эти ягоды, хотя бы одна. На, покорми его. А жареная баранина есть. Ты думаешь, писец будет кушать баранину? Ну, видишь, схвати уже в рот. Ну, ладно, ягода тоже есть, держи. Сожрал. Реально любит баранину. Я даже не знал то, что писы, а вот это овец кушают. Ну, на еще ягодку на всякий случай. Все наши дети живут по домам. У всех все хорошо, все накормлены, все в тепле. Подожди, а коричневая панда и Педро? О, дождик пошел. Как раз вообще кстати. Я говорю, коричневая панда и Педро, у них своя романтика, они в лодке живут. В общем, к чему я веду? Я готова. К чему ты готова? Пойдем за мной, я тебе покажу кое-что. Слушай, мне это не очень нравится. Ты просто сказала готова и убежала. Я прям чувствую то, что ты что-то замышляешь. Ой, еще и гроза. Ну слушай, мне точно сегодня должно повезти. Повезти в чем? Ты мне хотя бы скажи что-то перед тем, как ты будешь это делать, пожалуйста. Воры! Воры в нашей лаборатории! Секретные ингредиенты хотят спереть! Ну-ка, кокни их быстро! Ёперный капут, эти Педро ядрить, колотить! В каждом доме по 10 штук находятся! Так, одного кокну и второй на по башке! Вот так! И еще Игорь тут! Все свободно, воров больше нет, можешь заходить! Ой-ой-ой-ой, как это вообще прям все очень кстати, короче, я тут тебе вот хочу рассказать кое-что. Я готовилась все это время. Я ночами и днями не спала. У меня уже там зеленушечки, вот эти зелишушечки лежат. В общем, вызывая Маринку, я готова ее кокнуть прямо здесь и сейчас.
Да тебе, да Маринке еще, как я не знаю, как свинье до Китая, вот это ты Маринку не кокнешь в этой серии, тебе даже нет смысла пробовать это, Кать. В смысле нет смысла пробовать? В смысле? Короче, у меня там уже все готово, я тебе говорю, вызванивай Маринку, пусть приходит. Я вот, мы сейчас пойдем на арену в этот Колизей, я прям там ее кокну, а ты будешь зрителем сидеть, понял? Все хорошо, тогда бери все свои самые лучшие зелья, встречаемся с тобой на арене, хорошо? Все, давай, я подготовлюсь и приду. Ага, готова она, конечно, возомнила себя лучше, чем Маринка. Да ей еще серий 100, наверное, надо учиться, чтобы быть лучше, чем она. Ага. Я вообще-то все слышала. Я просто думал, что я про себя это говорю, это вслух говорил. Мне, может, на тебя зелье израсходовать, а? Нет, все, я за Маринкой, ты готовься, встречаемся с тобой на арене, пожалуйста, не отвлекайся. Все, Кать, я тебя жду, вот там, и вот это Спайдермен, ага, до свидания. У тебя все в порядке? У меня все отлично. Вон там даже это знак был свыше. Мистер Крипер за мной взорвался. Подожди. Прямо рядом. Это. Иди поговори с Маринкой, и после этого выпускай ее тогда, когда будешь готова. Бой начинается в любую секунду. Фух, Маринка, я помню, как прошла наша прошлая встреча. В этот раз тебе конец. Только. Нет, но-но-но-но-но! Ты подожди, я тебя еще не выпустила. Попробуй только меня что-нибудь кинуть, это нечестно будет. Подожди, только ты запомни то, что мечами, луками и прочим, и всем остальным, что не касается зелья, сражаться с ней нельзя. Я помню, а куском мяса можно? Куском мяса тоже нельзя, бить ее вообще нельзя, только зельем. Все, давай, иди ее выпускай, и будем смотреть, кто кого сегодня вздрючит. Давай, Катя. Давай! У тебя все получится. Я тебя сразу кину, на! Да ты открой хотя бы калитку эту сраду, Катя! Да блин, она что, она же там это самое? Да открой забор, открой забор, чтобы она вышла, да не ломай его, открой правой кнопкой, забор открывается, ёперная Катя нафиг. Тихо! Так. Сейчас мы сразимся. Она выпила зелье, она на меня, Катя, бежит, и меня хотя бы защищай. Так ты уйди отсюда, вон иди на Игоря. Она выпила зелье, вот этого зелья, она лечится. Табака, ты побесяка, в смысле, так нечестно. Ну а чё, она как бы виновата, то, что ты лохопутина не взяла с собой зелье исцеления. Ну вот, Маринка, лучше, чем ты, получается. Держи, собака, тебе прям в морду. Добивай, она бьет зелье исцеления снова. Во, пошла, пошла, пошла. Давай, кокайся, кокайся, ну. Я тебя отравлю, старуха. Старуха старая, как я ее вообще называю? У меня уже даже обзывательства закончились. Ты не так. Давай ей лечиться этими зельями. Забрасывай, забрасывай, зельем урона. Забрасывай, забрасывай. Один раз. Забрасываю. Второе. Забрасываю. Третье, третье. Давай сразу третье. Давай. Четвертое, четвертое. Давай. Срочно. И последнее. Мы еще вернемся, Маринка, мы еще вернемся. Ну слушай, ну у тебя почти получилось! У тебя почти. В следующий раз зато ты тоже себе сделаешь зелье вот этого урона. А чё ты как лохушка, да? Никакого следующего раза не будет. Ну ты не расстраивайся, главное, но я тебе только что сказал то, что тебе до Маринки еще далеко и далеко. Она еще там? Она еще там, Кать. Я иду. Куда? Нет, только зельем! Ты ее мечом кокать не можешь, Кать! Я не буду ее кокать мечом. Мне еще остались зелья. Подождите, я еще не закопаю. Да я ее сейчас закопаю где-нибудь, даже я ее вот в этом озере сзади сейчас утоплю. Да я в нее вот эти вот остатки докидаю, блин, вообще, чтобы она сразу кокнулась моментально. Вообще вот так вот возьму и. Ты подожди, после боя кулаками не машут, но тебе еще далеко до Маринки, но на всю жизнь ведьмой была. Ты всего лишь серии 5, Катюшка. Ну у тебя когда-нибудь это получится, но точно не сейчас. Ладно, вообще все, пофиг, у нас есть более важный повод для этой серии. Все, хватит грустить, пойдем, пойдем. Оп, вот и дождик кончился, как раз то, что нужно. Ты там идешь за мной? Иду, 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 а куда ты меня ведешь-то, а? Сейчас все узнаешь, сейчас еще чуть-чуть, оп, сюда за мной, вот так, и вот тут остановочка. Закопать меня заживо хочешь в этой яме или чё? Да ты гонишь, что ли? Короче, ты думал, я забыла? Ты думал, я забыла? Нет, нифига. Короче, давай, вставай сейчас и уходи отсюда.
куда уходить, куда вставать? Из-за компа встань и уйди, и попей водички. Не-не-не, в предыдущий раз, когда я из-за компа вставал, ты меня потом затроллила и взорвала мою вот эту ферму големов. Сейчас я из-за компа вставать не буду. Ты хочешь отказаться от того, что я тебе приготовила? Серьезно? Подумай хорошенько. А что ты мне приготовила? Ну вот узнаешь, если уйдешь из-за компа, пожалуйста. Ладно, но если она начудит какую-то фигню, ты мне об этом скажешь. Все, хорошо, у тебя есть 5 минут, чтобы тут поговорить с подписчиками. Давай, быстро. Да, все, давай, вали. Так, я надеюсь, он уже свалил, куда подальше, ничего не слышит. Вы серьезно думали, что мы не поздравим его никак в этой серии? Вы серьезно думали, что я могла забыть? Да не тут-то все это плавало. На самом деле, мы хотели 7 миллионов подписчиков собрать до дня рождения, но немножечко так не успели. Поэтому сейчас, чтобы поздравить его с днем рождения, нужно просто подписаться. Ну, можешь еще комментарий там оставить, вот это вот «желаю здоровья, счастья, удачи». Вот, ну там совсем чуть-чуть осталось, я серьезно тебе говорю. А я немножечко другой подарок подготовила. Поэтому все, мы с вами наравне. С вас подписка, с меня подарок, и все, день рождения удалось. Хи-хи-хи. Ну все, иди подписывайся, что ты стоишь-то? Я тебе серьезно говорю, пока его нет, давай подпишись и все. Можешь идти обратно! Ты все там? О, ты тут? Ну все, погнали, сейчас покажу тебе все. А ты мне сначала не хочешь сказать, что ты только что подписчикам рассказывала, а? Ну, Ань, ты потом сам все узнаешь, и подписчики тебе по-любому расскажут. Это не важно. Пойдем скорее сюда. Это ты мне хочешь показать? Да, только надо с другой стороны обойти. Но вообще, на самом деле, как бы проектировщиком была я. Я придумала эту идею, концепцию. Но твои подписчики помогали, конечно, строить, но... Как бы, чтобы ты понимала, что эту душу уложила я. Подожди. Вот. Это огроменная карта на весь пол? Ну, это маленькая часть еще твоего подарка. Пойдем сюда, вот сюда надо забраться. А это что здесь? Это типа недоделанная карта или что? Это, ну знаешь, ну да, но мы не успели. Все-таки понимаешь, как бы карта огромная, ну, большая. Ну да, это, конечно. Но не успели немножко. В следующей серии тогда доделаешь, это не так страшно. А чё, ну так я уже вижу, огромная карта, а чё наверху-то? Давай, ты вот пока не увидишь, не узнаешь. Ёперный кокос, а чё это вообще такое? Это что? Ого, нифига себе, как круто. Конечно, круто, ты же это сама строила, ты что, как будто этого не видела до этого момента. А, ну, нет, я этого не видела, я же говорю, подписчики строили, а, ну, идея моя, это вот тебе подарок на день рождения, это виртуальный космос. Кого? Ну, типа, ты смотришь, это иллюзия. Иллюзия то, что ты находишься где-то очень высоко, так попробуй прыгнуть туда, спрыгни. Я не буду туда прыгать, подожди. Ну так совсем другое дело. Это типа мы сейчас как будто в космосе находимся, из космоса смотрим на типа на весь мир, да? Вот, смотри, наша деревня, вон эльфи фифа башня, наша лаборатория, вон там какие-то. Я не поняла. Это что такое? Ну-ка иди сюда. Погоди-то, так это реально прикольно, если представить, что это такая иллюзия, и мы типа с космоса на это все смотрим, это реально прикольно смотрится, Кать. Да, прикольно смотрится. Это вот арена, на которой я с Маринкой соревновалась, это получается на полу были... Подожди. А ну, отойди. Ну, как бы да. А я что, ты изначально не заметила? Опа, там сзади тебя вот посетитель первый пришел. Мистер Крипер. Если ты взорвешь сейчас мой подарок на день рождения, я тебя укокую просто. И укокую твоих подписчиков, которые такой пол построили, я даже не знала! Баба, ты чё, первый раз сейчас видишь, так этот пол, вот такой вот пол, он давным-давно был на этой арене, ты только сейчас из космоса это заметила. Так вот, почему я не могу Маринку победить. Ну слушай, Кать, это очень необычно. Ты... В прошлый раз Катя мне подарила вот этого огромного перца, это вроде на Новый год было или что-то такое. Сейчас виртуальный космос, но тут главное вот здесь еще вот это достроить, чтобы космос полностью был, да? Ну, подписчики там достроят как-нибудь, мне правда надо им еще забашлять в мазах немножечко изумрудиков там. Ну, в общем, достроят, ты не переживай. Главное, вот, у тебя сегодня день рождения, 25 лет, все, старость, не радость, молодость. Да какая она... старость, да сегодня? Кать! Ёперный кокос! А защиты-то нет у тебя вот здесь, мистер Крипер через забор перепрыгнул.
Мистер Крипер, эти надо срочно осветить все вокруг. Ну а сейчас самая веселуха дня рождения. Это вот это самая крутая вещь, которая может быть в праздник. Фейерверки! Все, давай готовься! Угу! Еще да, фейерверки будут! Давай фейерверк запускай, давай! Ура! С днем рождения! Следующий, давай запускай фейерверки! А все? Че все? На, все уже, это был один фейерверк, вот, все. Ты мне построил огроменный виртуальный космос и не смогла больше фейерверков сделать, только один? Ну, я просто, честно говоря, не умею их крафтить, а у нас там последний завалялся в сундуках где-то. Ну, это же прикольно было. Ладно, все, хорошо, тогда я пойду дальше смотреть на свой вот этот виртуальный космос, а ты иди делай, что тогда хочешь, ага? Все, давай. Ой, я тебя за тортиком сгоняю. О, да, давай. День рождения же. День рождения как-никак. Все, давай за тортиком, хорошо? Все, давай, ты меня жди там, я сейчас притащу тебе 3 торта. Но только тортики в другой стороне, наш же дом там находится, а не там, Кай. Ну, точно, конечно. Тут этот скелет на павуке катается. А это вообще просто очумительно. Не, ну кстати, ну космос реально прикольный. Я не знал то, что так можно сделать дома в домашних условиях. С днем рождения, как-никак, это самое. С днем рождения.